Апартаменты Каминг-стрит, номер один. Площадь у нас составляет 1100 квадратных футов. Будет стоять новый холодильник. Посудомойка уже есть. Плита. Основная комната. Выходит окна сюда. Здесь можно поставить столик, стульчик. Сейчас управляющий будет восстанавливать здесь заборчик, так же, как у соседних апартаментов соседей. Идем дальше. Да, комната, шкафчик такая, замечательная. Еще одна совмещенная комната. Первая ванна, первая спальня маленькая, small bedroom, технологические вот эти вот шкафчики для хранения всякого хлама, окна выходят на сад, можно здесь посадить что-нибудь даже, какие-нибудь растения, большая спальня. К ней же прилагаясь тоже выходят сюда окна, чтобы было понятно. Да. Прилагается сюда к основной спальне относится вторая ванна. Окошечки. Идем дальше. Комната, шкаф большая, можно положить сюда все что угодно, есть разный хлам. То есть здесь таких вот кладовочек очень-очень много получается. Идем дальше, опять возвращаемся. Это маленькая спальня, вот это, не знаю, показывали, нет. Еще один шкаф так устроенный. Проходим. Вот большой зал, вот маленький зал. И здесь у нас кухня получается. Еще раз повторю, 1100 квадратных футов получается вот эти вот апартаменты. Контракт подписывается на 12 месяцев. 12 months. Значит, оплачивается сразу 6 месяцев. Стоимость апартаментов $695. И такая же сумма, депозит, который вносится перед подписанием контракта. Окей? Okay. You know, for 6 months it's $4,170. Да. And the deposit is $695. Вот, да, это депозит. Страховой депозит на всякий случай, когда жильцы съезжают, что проводится инспекция, и в зависимости от того, какие были нанесены повреждения апартаментов,